редко до меня пародируют. Слово не дают вообще. Я где демократия, я не понимаю. А как спародировали? Покажите. Хорошо спародировала. Собственно, как найти мужа? Найти мужа? Искусство. Вот такое. Это профессия. Это вы так розы спародировали? Да. Нет, пока ты фантазия все-таки. Ой, вы без комплексов. Я вообще без комплексов. Я с детства такая. А почему? А вы из какой семьи? А вообще, ну вот у меня мама строго довольно-таки, вот. Ну, мама меня воспитывала строго. Ну, вот как-то так получилось. Вот я такая родилась изначально. Я вот с самого детства, то есть, ну, хоть мне там объясняли, что хорошо, что плохо, что, ну, грубо говоря, там, можно делать, что нельзя делать. Я, конечно, все это понимала, конечно, все как бы, ну, в рамках, ну, приличия, но какие-то вещи, то есть, скажем, ну, безбашенные, как бы, да, то есть, они интересовались у мамы родителей.